15. 16. iyulda Avstriyanın paytaxtı Venada Avropada hukukçuluk ve hizmettaşlık kurumasının insan ölçüleri bilen bağlanışıklı maslahatı bolup geçti. Ara alınıp maslahatlaşılan meselelerin biri Türkmenistan'a zorluk bilen yitirim edilenlerin ikbali bilen bağlı oldu. Türkmenistan'ın hükümeti 2002 yılla yitirim edilen 100'den kovra adamın ikbali barada hazırki güne çelli hiç şeyli haber vermen geliyor. Дорогие друзья, мы на сессии ОБСЕ в Вене, и здесь опять нет ни одного представителя Туркменистана, ни омбудсмена, ни министра иностранных дел. Они игнорируют вот такие международные конференции. Вот наш флаг. Вот он, флаг Туркменистана. Но вы не увидите в зале ни одного представителя, официального представителя Туркменистана. И поэтому у нас все проблемы. Поэтому не решается ни свобода СМИ, ни свобода передвижения. Поэтому у нас в стране рэкет и тоталитарная диктатура. Поэтому у нас феодальный олигархат, который навязала семья Бердымухамедова, и он сам лично Харамдаг Бердымухамедов. Я представляю здесь организацию «Права и свободы граждан Туркменистана». Я бы хотела здесь остановиться на несколько вопросов. Вчера был докладчик, говорил о стране, где 17 лет исчезли люди, и никто их не показывает, никто об этом не говорит. Это страна под названием Туркменистан. Это в нашей стране могут исчезнуть люди и уже их искать в течение 17 лет, но никто так до сих пор и не знает, живы они или нет. Но я думаю, и как мы сами прошли через этот путь, что этих людей нет в живых. И я бы хотела здесь остановиться на таком моменте, что если вы говорите о создании институтов, что, то наша страна, она создаст и институты правозащитные, и у нас есть омбудсмен, но другое дело, как вы к этому будете как бы относиться, потому что гражданского общества в стране нет. И даже если есть ОБСЕ, посольство и представительство ООН, то граждане зайти туда не могут. Там имеются представители Комитета национальной безопасности, они туда просто их не пускают. Поэтому, если говорить о том, что создавать вот эти институты, то хотелось бы, чтобы ОБСЕ работала больше с зарубежными правозащитниками, потому что сама страна, она представит только тех, кому они нужны. Atlanalım.